Борис, тяжелый перелет ночного. Как самочувствие было сегодня во время тренировки? И как вообще прошло занятие? Перелет был довольно тяжелый. В пути были, наверное, часов 12. Мне удалось поспать нормально в самолете. Немножко поспали с утра, сходили на обед. После обеда уже не получилось поспать. Видимо, режим сна нарушен. Но приехали на тренировку, в принципе, чувствовали себя довольно неплохо. Могу сказать за себя, чувствовал себя довольно хорошо. Сейчас приедем, покушаем, восстановимся, выспимся и будем полны сил уже завтра. К турниру будем готовы на 100%. Какие чувства у тебя в Дубае вызывает Мишка Титамик? Вообще, мне очень сильно нравится Дубай, потому что Дубай – это город будущего для меня, на мой взгляд. Прям очень крутые здания, фантастические машины, атмосфера, Персидский залив, погода – просто фантастика. Классный стадион, отличный песок, все в порядке, классные команды сейчас приедут, поэтому будем наслаждаться и играть только на победу. If you want, you can close your eyes and we say 1, 2, 3 and you open. Las manos, que estén igual. Everybody hands. Именно либо Назаре, либо Фигейра. Никогда океан не был настолько теплым. Да, первый раз, кстати. Ты обычно залезаешь, вот ты заходишь, пока ты вот так зашел, у тебя уже правая нога. Да. Ну, то есть ты уже, блядь, на одной пытаешься дойти, то есть сводит моментально. Самые большие рекордные волны ставили именно там и в Америке еще. Но вот там чувак поставил 30 футов. 30 футов это... По-моему, 50-этажный, ну 50 метров. Офигеть. Представляешь, 50 метров волна и ты там. У нас есть парикмахер в команде новый, Бартер. Финский финики, Олег. Да, финский. Привезешь болик? Ну, давайте проведем наше собрание традиционное. Хотелось с вами поговорить о нескольких вопросах. Значит, первое. Это сам турнир, да, межконтинентальный кубок. Много мы здесь лет выступаем. Большей частью здесь все было у нас очень хорошо. Если возвращаться к истории выступления.
у вас есть телефон. Движение четко должно отработать. Петя, вторая тренировка завершена. Кратко подведи итоги, пожалуйста. Тренировка получилась интенсивной. Сегодня какой-то был аномально ровный, неглубокий песок. Очень приближенный к ним футболу получилась тренировка даже. С вратарями там начинали атаки, все через низ, все. По мини-футбольному все голы даже такие получились. Вот. Ну, главная задача выполнена, побегали чуть-чуть, сыгрались. Вспомнили, как это играть за сборную, потому что последние два турнира были клубные. В принципе, настроение отличное. Завтра примерно в то же время сыграем с Японией. На акклиматизацию бой обычно больше времени, но, в принципе, у нас только погода сильно поменялась. Успел немножко адаптироваться в Дубае к жаре? Ну, приходится, да, в ускоренном режиме адаптироваться. В принципе, такой уже сезон достаточно длинный получился, и ритм такой, ну, то есть в плане адаптации уже получается как-то это быстрее. То есть за день, за два уже получается полностью погрузиться вот в текущие реалии, в предстоящий турнир. И первую игру, я надеюсь, что завтра мы уже дадим бой, будем свежи и сыграем свой футбол.